Хачапури по-аджарски ПП. Вкусные и ароматные. Из рисовой муки, творога и сыра. Давайте готовить. В миску выкладываем 200 грамм творога и разминаем вилкой. Нам нужны белки от 2 яиц. Яйца разделяем на белок и желток. Желтки убираем в сторону. Добавляем щепотку соли и 100-120 грамм рисовой муки. Добавляем порционно, так как она у всех разная. Ориентируемся на консистенцию теста. Также добавляем половинку чайной ложки разрыхлителя. Все перемешиваем сначала вилкой, а затем рукой замешиваем тесто. Вот такое мягкое и податливое тесто получилось. Совсем не липнет к рукам. На противне с пергаментом формируем две овальные лодочки. Бортики смазываем желтком, чтобы они при выпекании зарумянились и выглядели аппетитно. Выпекаем 15 минут при температуре 180 градусов. Пока лодочки выпекаются, займемся начинкой. Для этого творог разминаем вилкой и смешиваем с натертым сыром сулугуни или моцареллой. Достаем противень с лодочками. Выкладываем в каждую лодочку сырно-творожную начинку. Не забываем оставить углубление в середине для яйца. Отправляем в духовку еще на 6-8 минут. Пусть сыр расплавится и зарумянится. Снова достаем. Разбиваем на серединку каждого хачапури яйцо. И возвращаем в духовку на 5 минут, чтобы немного схватился белок, но желток остался жидковатым. Подаем хачапури горячим. Можно добавить свежую зелень. Отломил кусочек мягкого теста, макнул яйцо и наслаждайся. Всем приятного аппетита!